Рванул газ. В Кыштыме загорелась частная пивоварня. В здании находилось 9 баллонов, и после взрыва одного из них начался пожар. Среди пострадавших владелец пивоварни. Он получил ожоги 3-й и 4-й степени, обожжено 20% тела. Мужчину госпитализировали, он находится в реанимации. Пожарным также поступил вызов из Челябинской больницы номер 3. Было установлено, что тлел утеплитель двери эвакуационного выхода. Наиболее вероятной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщают в МЧС. По данному факту будет проведена проверка. Это не первый случай срабатывания пожарной автоматики из-за нарушения требований пожарной безопасности. Курение в неустановленном для этих целей месте. Всего в здании находилось 100 человек, эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Кстати, еще один вызов пожарным поступил из корпуса городской клинической больницы номер 1. Там произошло короткое замыкание электрочайника, пострадавших нет.